Да все они успеют, я не сомневаюсь. Мария Кожевникова, Алексей Ягудин. Мюзикл «Бриолин». Школьники повеселились. Дэнни и Сэнди. Кстати говоря, Алексей Ягудин сегодня, по-моему, лучше, чем Джон Траволта, который в этом мюзикле главную роль сыграл. Ребята, знаете, темп выдали. Я боюсь, что я сейчас буду похожа на Татьяну Анатольевну, но меня не перестает удивлять и поражать Ягудин. Насколько точно он взял пластику Траволты. Просто потрясающе, Леша. Браво. Леша Ягудин большой мастер, и у него характер, получен образ. Да. Я хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что теперь из нашего проекта «Лед и пламень» не выбывает ни одна пара. Их оценки просто суммируются. И не стесняйтесь, голосуйте за своих любимцев. Ваш голос может оказаться решающим. Силы остались? Класс. Умничка. Ну, Вася. Разбери вообще. Куда, сука? Поворот. Да какой поворот? Там знает. Все это сделал. Мария Кожевникова, Алексей Ягудин, Россия, оценки за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 5-9. Средний балл 5,98 балла. Общий балл 11,98 балла. Валдис. На самом деле, я сделал просто одну простую вещь. Я поосторожничал, потому что я хотел оставить люфт, да, вдруг
какая-то пара выйдет, и у них будет еще лучше. А если не будет? А если не будет, я буду быстро убегать, разгневная публика будет быстро догонять, а Татьяна Анатольевна сейчас опять еле-еле дождется, чтобы взять слово и меня не отругать. Вот где-то так стихами, если... Спасибо, Валдис. А, Татьяна Анатольевна? А я даже не собираюсь вас ругать, Валдис. Я просто хочу сказать, что вот Леша, он меня удивляет. Я обожаю, как он танцует. Обожаю! Потому что это всегда музыкально. Это всегда на очень высоком уровне. Они вообще на танцполе. Я считаю, что они весь этот проект прошли лучшими. Потому что, да, они... Они держали эту планку очень высоко с первого раза, когда они вышли на танцпол. А, что-то им не удается на льду, но здесь им удается все. Вот в главной роли сейчас на танцполе был все-таки Алексей в этой постановке. Да, хвалит его и бесконечно хвалит. Вот тебе не обидно? Ну, по-человечески. Ты знаешь, мне просто было обидно. Потому что ты потрясающая актриса, совершенно замечательно танцуешь, а хвалит только Ягудина. Ну и на здоровье, я рада, что его хвалят. Да не рада ты, я видела, у тебя глаза погрустнели. Нет, потому что если бы меня не было бы, я думаю, что Алексея бы тоже не хвалили, потому что это номер, и его делают вдвоем. Если, конечно, судьи хотят хвалить Алексея, пускай хвалят, я буду только рада. Но это номер на двоих, танцуем его вдвоем, а Алексей бы без меня бы не справился. Я на самом деле устаю повторять одно и то же, что здесь не один человек участвует в этом процессе, а мы все-таки вдвоем. Это проект двух людей. И на самом деле я безумно благодарен Маше, потому что, может быть, с другим человеком, который был бы рядом со мной, этот проект не был бы настолько долгим. И я безумно благодарен Маше. Да, я, может быть, один бы и мог танцевать, но это было уже абсолютно не то. И зачем, когда есть такой прекрасный человек? А потом ты уже победил, ты уже стал олимпийским чемпионом, когда ты был один, а теперь уже все, другая жизнь. У меня есть замечательная дочка, и замечательная жена, у меня замечательная партнерша в этом проекте. Ну что может быть лучше? Ничего. Молодцы. Маша, блистательно, Алексей. Удачи вам.